парке Дубки прошел мастер-класс для любителей скандинавской ходьбы. Провели небольшую разминку, а после прошлись по парку. Тренер Николай Марков, несмотря на свой довольно преклонный возраст, ведет активный образ жизни. Этим видом спорта увлекся чуть больше 5 лет назад, и за это время он успел собрать немалое количество любителей ходьбы с палками. Скандинавская ходьба – довольно молодой вид спорта. В середине 20 века его изобрели финские лыжники, так поддерживали форму в летнее время. Спортивные мастер-классы – не редкость. В городском округе поддержать свое здоровье можно на тематических встречах. Афиша на сайте администрации Химок.